Привет, друзья! Хотите научиться делать мультфильмы такие, как этот? Тогда переходите по ссылке в описании. Джонни, сынок, что-то ты неважно выглядишь. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, мама. Просто я плохо сплю по ночам. Почему? Тебя что-то тревожит? Мне каждую ночь снятся кошмары. И я просыпаюсь весь в поту и не сплю до утра. И что же тебе снится? Слендер, тонкий человек. Он гоняется за мной по всему двору. Сначала я от него просто убегал, но как назло, во сне мой бег замедлялся, как будто на ноги повесили тяжелые гири, и он меня каждый раз ловил. Потом я научился во сне летать, правда не выше нашего дома, но он вытягивает свои длинные руки и все равно ловит меня. Когда он меня хватает, я тут же просыпаюсь, чтобы не мучиться. Понятно. Я где-то слышала об этом Слендере. Я уверяю тебя, сынок, что все это выдумки. Никакого Слендера не существует. А кто же тебе рассказал о нем? Я скачал в интернете игру про него и поиграл немного. Ясно. Вот что я тебе посоветую, сынок. С кошмарами можно и нужно бороться. Когда в следующий раз Слендер придет к тебе, постарайся с ним заговорить дружелюбно. Поздоровайся с ним и предложи ему дружить. И постарайся сделать это искренне и без страха. Вот увидишь, он подобреет со временем и перестанет к тебе приходить. Хорошо, мамочка. Спасибо за совет. Привет, Слендер. Как дела? Привет, Постой! Что за любезности? Никакой не привет! Я вообще-то злой и страшный. Пришел похитить тебя. И ты, малявка, трепещи передо мной. Да брось, Слендер. Хватит притворяться. Я же знаю, что ты не так уж и плох. Моя мама о тебе хорошо отзывается. Давай дружить. Стоп! Не заговаривай мне зубы! Тебя ничто не спасет! Так у тебя зубов-то нет! Ну, это уж слишком. Почему ты не боишься меня? Я ведь пришел к тебе, потому что почувствовал, что отсюда исходит страх. Может, у тебя есть брат-близнец? Так я тогда его заберу. А я специально боялся тебя, чтобы заманить к себе в гости. Я очень хочу дружить с тобой, и надеюсь, ты не откажешь мне. Хорошо. Я буду дружить с тобой. Ура! Здорово! Но сначала я заберу тебя! Постой! А разве нельзя без этого? Неужели обязательно нужно похищать меня? Конечно! Я заберу тебя в свое логово. Там вместе с другими детьми и с тобой я буду дружить. Но ведь не обязательно похищать меня, чтобы я с тобой дружил. Я готов добровольно это делать. Ты будешь приходить ко мне, когда у тебя будет свободное время, и я с удовольствием с тобой поболтаю по душам. Да, ты говоришь искренне. Я чувствую это. Ладно, малыш, я пойду. У меня дела. Погоди, но ты ведь еще придешь ко мне? Не могу обещать. Понимаешь, у меня куча дел. Дома меня ждут другие дети, а их ведь еще кормить нужно. Их много, а я один. Ладно, приятель, я ухожу. Будь здоров. Как странно. Еще недавно я хотел от него избавиться, а теперь хочу, чтобы он вернулся. Но чувствую, что я больше никогда его не увижу.